Сегодня они играют за разные команды, но это лишь часть тренировочного процесса. 40 игроков из разных городов нашей страны, каждый из которых претендент на вступление в юниорскую сборную России по хоккею с шайбой. Раз в год ее состав обновляется, и в него входят ребята в возрасте 17 и 18 лет. В апреле месяце мы сыграли турнир пяти наций в Дмитрове. И наш тренерский штаб решил, что нам нужно как можно больше просмотреть кандидатов в эту команду. Поэтому мы организовали сбор, и мы приехали сюда, вот в этот город Видное. Сейчас игроки готовятся к Кубку Ивана Глинки. К этому моменту тренеры уже отберут 23 представителя юниорской сборной России. Ну и у остальных, кто сейчас участвует в сборах, есть шанс поехать на чемпионат мира. Он будет проходить только в следующем году, поэтому они еще могут войти в сборную, которая имеет опыт заменять хоккеистов. Готовимся серьезно, потому что у нас только одна задача – это первое место. Настроены все серьезно. Все друг друга поддерживают и понимают, что впереди важный турнир. Данила Галенюк, несмотря на свой юный возраст, только сейчас молодому человеку исполнилось 17 лет, в прошлом году уже входил в состав юниорской сборной. Тогда на чемпионате мира наша команда завоевала бронзу. В этом году он хочет взять реванш. Это мой год. И пришел вызов. И я приехал. Все-таки за родину. За Россию играть, за сборную. Работа на льду – это не все, что входит в тренировочный процесс будущих чемпионов. Это и занятия в тренажерном зале, и на стадионе. Свободного времени у хоккеистов нет. И все для того, чтобы в следующем году достойно представить нашу страну на мировом уровне. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.